нашла конфет и сказала строго: съешь сейчас немного, остальные завтра положи в буфет. Она тоже съела. Все конфеты съела. Она тоже съела и смеется. Мама, не ругай, я не позабыла. Помнишь, ты учила, никогда на завтра дел не оставляй. Если ваши дети съедят ваши любимые конфеты, не оставляйте совести. И мы пожелаем вам добро и весело, и красивое украшение. И мы любим всех вокруг. Мы хотим, чтобы мамы не болели, были красивые навсегда, и были добрые для детей. И здоровые, крепкие, любимые. И ладно. Дорогие наши мамы и бабушки, поздравляем вас с 8 марта. Желаем быть такими же красивыми и любимыми. Обещаем вас слушаться и хорошо кушать. Ну, по крайней мере, постараемся. Твои мудрые слова в сердце вечно берегу. Мама, а твои глаза очень сильно я люблю. Пусть судьба будет счастливой, долгих лет прожить дано. Оставайся ты красивой, как артистка из кино. Дорогие женщины, с 8 марта!